Не знаю, что здесь произошло сегодня, но с утра было все нормально. Это какая-то кровь свернувшаяся. В общем, что-то с ним происходит. У него изо рта течет кровь. Я не знаю, что это такое. У него просто изо рта течет кровь. Тут все в крови. Вон. Ну-ка. Я не знаю, что это, короче. Ему плохо. Надо в клинику срочно. Ехали, в общем, в клинику взяли вот донора нашего Виллиса. Вот. Вот наш Пуши. Что с ним, я не знаю. Вообще непонятно. Он весь. Вон что, смотрите у него. Просто. Вон что. Оно продолжает течь у него. Зай, ну что с тобой случилось? Ну, что с тобой? Котик мой. Что случилось? Котик мой, что случилось с тобой? Ужас вообще просто. Ну просто изо рта кровь течет. Сейчас мы ждем. Мы приехали в клинику. Ждем, сейчас нас должны позвать. Ждем врача, пока ждем. Ну без очереди нас никак не примут, потому что все врачи заняты. Вот. Ждем, короче. Зайчик, подержи чуть-чуть. Подожди, точнее. Там он собачке тоже плохо. Дома лег. Что случилось? Вообще не понимаю, что такое. Просто вот это вот слюни с кровью идут. И... Не знаю, что такое. Что такое, зайчик мой? Уши. Малек мой, что случилось с тобой? Капец, там он тоже кровь, все в кровище. Ну просто изо рта течет кровь. Вот такое ощущение, что из десны откуда-то. Вот так вот. Непонятно вообще совершенно. Котя. Вчера сегодня, да, началось? Да, вот прям я зашла в комнату. До этого был активный, утром. Все нормально. Ну, вчера он просто лежал, как бы, ну то, что он. У него печень еще больная. Угу, мы ему даем урсафарик и этот морфлоксин он получает. Как давно? Ну, где-то уже недельки две. Ну, что-то видно, что-нибудь? Ну, какое-то новообразование, что ли. Типа онкология, похоже, да? Ну, как будто да, тут непонятно. Потому что имеется нарост. Угу. Блин, как бы посмотреть там. Ну, вот так. Если только. Ой. Ваша рука. О, вот отсюда из этой дыры. Потому что отсюда прямо кровит у нас очень сильно. Сейчас рекомендовано сделать общий анализ крови, оценить все-таки его степень, то, что кровопотеря есть. Очень сильно воспален лимфатический узел с правой стороны. Это вот именно от этой опухоли. Ну, может, это правда онкология? Ну, если это онкология, это тогда... Нет. Температуру измеришь? Если это саркома, это... Ну, обычно во рту плоскоклеточный рак, то есть тоже зло. Угу. Да, конечно, не скажу, что надо брать абы. Потому что он вообще он обезвоженный. Ему прям плохо. Ну а так эту опухоль можно определить, ну, визуально? А визуально, допустим... нет, это только брать онкоугольную аспирационную биопсию и отправляют к кистологам. А сейчас вот что-то... Ну, вот. Сейчас экстренно необходимо оценивать степень анемии. Угу. То есть, если понадобится гемотрансфузия, то переливание будем. Чего-то на фигня отсюда кровь идет. Восполнение годности важно, потому что мы дегидратированы, кожная складочка нормально не расправляется. Блин, это плохо все. Коть. А до этого не замечали, да? Более-менее прилично. Ну, у него как? У него просто гингивиастоматит был, мы ему зубки удалили, все нормально. То самое, я не знаю, что за фигня это. Так, температура пока что в пределах норм. Да, сейчас сразу внутри на катетер поставлю. Такая вот беда, короче, с котом. Так, Пуше нашему поставили катетер. Вот, взяли на анализ кровь. Вон там она. Вот. Пока что кровотечение не прекращается. То есть кровь вытекает вот из этого как бы отверстия во рту. И там она образовывается такие, как типа тромбы. Ну, коту плохо. Не знаю, насколько мы сможем его протянуть, но и вообще сказали, что есть шанс провести химиотерапию, потому что опухоль малюсенькая, совсем прям маленькая. То есть есть возможность провести химиотерапию.
если это онкология, например. Но изначально его нужно стабилизировать и перелить кровь, потому что у него кровоподтекание. Сейчас мы дождемся результата анализа, и поэтому результат уже будем гемотрансфузию делать. Но это для того, чтобы его продержать вот этой химиотерапии, потому что анализ нужно делать. Все, котика у нас положили на стационар. Вот здесь он будет проходить лечение. Сейчас поставили все препараты ему. И будем производить гемотрансфузию. Сейчас как раз идет забор крови от другого кота. Ну вот, пока вот так все. Пока, короче, не очень все хорошо, но надеемся, поможем. Thank you.